Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня, друзья, мы поиграем в игрушку, которая называется «Этот уровень снова». Z Level Again. Написали в комментариях, очень много лайков набрал коммент, посоветовали эту игрушку. Я так понял, она достаточно старая, и я еще очень удивился, что она на телефоны. Вот, буду играть через эмулятор, посмотрим, что из этого получится, но я почитал отзывы в этой игре, и там надо делать некоторые вещи, связанные с телефоном. То включить режим полета, то Bluetooth включить, что-нибудь в этом духе. Я не знаю, получится ли у меня это сделать на эмуляторе, но я попробую. Опции. Ага, все правильно, тут ничего особо не поменяешь. Так что, в общем-то, я думаю, можно начинать. Нажимаем старт. Это первый уровень. Все просто. Но, естественно, для начала мне нужно настроить, наверное, управленица, да, чтобы тут все хорошо тоже работало у меня. Так, ой, тут еще и музычка какая-то есть. Хорошо. Все просто. Тупо нужно перебежать, что ли, и на красную эту штуку нажать. Ага, ну и все, она открылась. Старайся больше. А, нужно, наверное, с прыжка. Нет? А как тогда? Хоба. А, надо, может, несколько раз? Ага, несколько раз надо было нажать. Хорошо. Блин, а меня смущает немножко то, что у меня вот эти показываются, стрелочки, которые я поставил. Нажми на кнопку. А, 100% нужно просто самому. Ну да, конечно, я так и думал. Вот, короче, хитрость этой игры как раз-таки в этом и заключается. Назад. Умри, пытаясь. Так, сюда. Ага. А, все, я понял, что надо сделать. Тут умрем. Труп останется. Ага, все. Нифига себе, достаточно интересная игра, но мне кажется, это... Очень-очень просто сейчас. Потом я так тупить, наверное, буду. Ай-яй. Там вообще, наверное, жесть будет. Просто жесть, я думаю. Нажимай сильнее. Как мне сильнее нажать? Надо вот, наверное, сейчас подпрыгнуть и сверху. Нет. Хоп. Хоба. Не знаю, как тут нажать сильнее. А, может, зажать надо просто? Или много раз мне понажимать? А я не знаю, как мне тут. Ё-моё. Ага. Подожди. Нет, несколько трупов не сложишь. Нажимай сильнее. Как мне нажать сильнее-то? И куда нажать надо? Ё-моё. А, нажимай сильнее. На кнопку сильнее нажать. Нет. Ах ты ж, блин. Хитро, хитро. А я вот не знаю, как тут сейчас. Хоба. Ага, сдох, блин. Нажимай сильнее. Куда нажать мне посильнее? А, подожди, может быть сюда просто? Иду, иду как дурак. Не знаю, блин. Вот, вот и жесть началась. Я застрял уже на таком простом уровне. Зажать, мне кажется, надо. Или что? Тут, кстати, иногда что-то в менюшке надо тоже сделать. Но что-то тут мне как-то подсказку использовать не особо хочется. Это уж больно простой, наверное, уровень. Нажимай сильнее. Так, подожди. Вот я зажал. И чё? Отпустил. Хоп. Я даже не знаю серьезно, что делать. Может быть, надо вот на эту? На дверь зажать. Капец, я попал, короче. Я, короче, попал. Вот это попадос. Быстро я, конечно, сдулся. Очень быстро. Ладно, использую подсказку. Должен посмотреть рекламу. Окей, давайте посмотрим. В общем-то, ребята, вот и подсказка. Прыгни на кнопку с платформы повыше. Блин, вы серьезно? Ну я ведь и так прыгал посильнее. Я вот так и думал, что нужно как-то прыгнуть посильнее. О, кавардак. Прикольно. Только как... Ох ты, нифига себе. Все перепуталось. Хоба, ну все, вроде разобрался. Быстрее, быстрее, быстрее. Ух ты. Как мне успеть-то? Так. Подожди. Хоп. 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 Давай! А, ну да. Что-то у меня кнопки начинают немножко залипать. А почему так? Одновременно две, типа, я нажать не могу, да? Блин, это плохо. Давай еще раз. Хоба. 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 Хопчик. Ага, все. Короче, ребята, 10-й левел, он очень странный. Здесь у меня поменялось полностью управление. И чтобы прыгнуть, черт возьми, мне надо нажать на кнопку паузы.
Это жесть какая-то. А как мне подпрыгнуть повыше, допустим? Или мне нужно как-то поменять управление, что ли, или что? Зачем ты поменял управление-то мне, алло? Сейчас тут умру. Как-то катаюсь, как по льду. Так, подожди. Да, тут я сдох. Прыгать он у меня адекватно не хочет, я так понимаю. Чё за фигня? Тупой уровень какой-то. Хоба. Он даже не допрыгивает, вот в чем проблема. А, нифига себе. Вот это да. Тихо. Прикольно. Подожди, какой классный левел. Ладно, я понял. Тут, короче, зажимать надо, и мы будем как-то парить. Главное, сейчас не сдохнуть, хотел сказать я, но я сдох. Ага. Оп-оп-опа, давай-давай-давай. Так. Хоба. Только сейчас не сдохни, а. Да куда ж ты назад-то, а? Да блин. Тяжело пройти, на самом деле, скажу вам честно. Попробую вот так. Ах ты, блин, куда ж ты полетел-то? Так. Давай еще. Еще. Блин, он назад отпрыгивает. Вы заметили, там дальше он назад отпрыгивает. Это очень странно. Так. И странно то, что я не могу этот уровень, блин, пройти. Такс. Да почему ты назад-то отходишь, ё-моё? Тебе так тяжело вперед пройти. Так. Ага, сейчас я умру. Оба. Ну, нет, 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 блин. О, давай, да что ж ты. Все, все. Блин, повезло. Нажми на паузу. Ладно, сейчас мы, наверное, там, в общем-то, нажмем на паузу. Нет, вот на эту паузу. Нет. Я же нажимаю на паузу, а чё? Чё вы меня это... Как его? Не даете мне активировать. Вот, нажал... А, подожди, нажал на паузу? А сейчас ходит? Нет, в режиме паузы не ходит. Печалька. А, подожди-ка. Чё-то не понял, а как... Куда на паузу? На какую паузу мне нажать? Нажал уже, вот на эту нажал даже. На эту тоже нажимаю, что-то ничего. Короче, тоже достаточно сложный уровень, ребят, на самом деле. Я что-то и нажимал, и все. И на эту тоже нажимал на паузу, где буквами. Я не знаю, что тут сделать, если только так вот. А, ну серьезно, блин, надо было главным персом нажать. Плохая погода. Ух ты, блин, реально плохая. Ё-моё, меня тут сдувает аж. Опчик. Ага, только не умирай. Все. Тук-тук. Это надо что сделать? Два раза? А, я понял, подожди. Надо постучаться сюда. Тык. 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 Нет. Тук-тук, алло. А, вот надо было понажимать по этой штуке. Не верь глазам. Ага. А, подожди, там, наверное, этот, как его, не... надо проходить. Да-да-да. Используй телекинез. Как? Как я его должен использовать? Вот это уже? Ух ты, блин. Как я это сделал? И как дальше? Ё-моё. А, вот оно. А-а-а! Прикол. Тихо. Эта штука держится. Только проблема в том, что она, смотрите, как отлетает и резко приходит. Это потому, что я с симулятора. Такая вот фигня. Все, нормально. Почувствуй себя Марио. Такс. Почувствуй себя Марио. Тун-тун-тун-тун-туру-тун-тун. Надо снизу, что ли, нажать кнопку? Так. Или как? Не понял. А, вот как. Нифига себе. Шаткая дверь. Давайте мы ее пробьем сейчас. Ту. Опа. Ту. Ого, тут тоже такой звук. Ту. Ту. Выбил нафиг, красава. Так, 18 левел. Экономь прыжки. Будет доступен один прыжок только? Или что? Нет. Все нормально. Опасность. Что? Ох ты! Ё-моё! Вот это меня вырубило. Ё-моё, ё-моё. Ох ты, блин! Ну тут со всех сторон, короче, валят. Тихо. Ага, блин, там, короче, смотрите, что. Я понял. Так.
Ах ты ж, блин, даже и не схитришь. Обманул. Как вам такое? Ага. Нормально. Погнали. Все. Мы тонем. Ой, надо, значит, быстро проходить, значит, вода поднимется или что? А, подожди. Надо... Ага, я не знаю, что надо... А, подожди. А если... Вон туда? Нет, да? Да, и что мне делать, когда мы тонем, блин? Я даже не знаю. Вот это вот тоже сложный уровень достаточно. Без понятия, тут, наверное, надо куда-нибудь потыкать тоже, чтобы... А, блин, я умер случайно. Куда-то потыкать, и, в общем-то, это потыканье мне тут поможет как-нибудь. Или это уже надо, короче, включать какой-нибудь там, не знаю, режим SOS на телефоне, что-то типа того. Я, честно говоря, без понятия, что с этим левелом. Так, ну здесь меня не пропускает. Тонем, тонем, тонем. Что же надо сделать? Телефон бросить в воду? Или как? Блин, я не знаю, черт. Вот это тут я попал. Наверное, я сейчас тут истрачу все-таки подсказку, потому что у меня что-то вообще прям идей ноль. Вообще прям ноль. Я не знаю, что сделать здесь. В общем-то, подсказка, друзья, если коснуться кнопки, то будет точка. Если подержать, будет тире. Тебе надо набрать, что означает SOS. Ух, нифига себе. Ну, я знал, что типа что-то того. Ага, ну давай. Раз, два, три. Зажал. 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 Тыньк, тыньк, тыньк. SOS. Ага, вот оно как, нифига себе. Ну, это я бы не прошел в жизни. Луна, здесь, наверное, меня слишком высоко подбрасывает. Ух, ё-моё. Классный уровень. Так, очень аккуратно тут надо. Ага. А, поиграй с гравитацией. Как мне с ней... Ох ты, поиграть. Прикольно. Так. Ага. Сюда. Оба, прошел. Просто забей и сдайся. Так. Сдаться, это, короче, надо назад, наверное, выйти. Ага. Просто забей и сдайся. Нет, блин. Ладно, короче, просто сдохнуть. Ага. Или просто не трогать телефон, что-то типа того делать. Все, я забил, не трогаю. Произойдет что-нибудь? Или как тут сдаться? Ага. Вот так вот может быть. Нет, смотри. А, подожди, подожди, я придумал. Наверное, он у меня здесь прошелся. Да, вот, смотрите, сдался и 24-й. Словно в библиотеке. Надо быть очень тихим. А, подожди, бесшумный режим, надо выключить звук. Так. Ага. Зашибон, конечно, блин, но у меня тут на эмуляторе нельзя ничего со звуком сделать. Как мне быть? Сюда надо нажать. А, вот, смотри. Не беспокоить, наверное, надо, бессрочно. Что-то не сработало, блин. Что-то совсем не то. Я даже не знаю, как тут. Я поставил вроде без звука. А, вот, смотри. Так, что ли? А-а-а, вот оно что. Прикольно, блин, на самом деле, реально игрушка очень интересная. Луна и один прыжок. Так... Раз у меня один прыжок, то где мне его лучше истратить? Угу. Даже не знаю. Наверное, в одном вот месте здесь. Хоба. Ага. И все, я умер. Смотри, я придумал как. Вот сюда. И потом вот так вот. Ох, нет, не дошел. Блинский. Луна и один прыжок. Так, 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 так. Давайте подумаем, как это идеальнее всего провернуть. Смотрите, если я такой хоба. А, если я умру. Вот здесь вот. А, подожди, я же открыл уже. Я же уже открыл один раз. Все, мне можно не заморачиваться, наверное. Как мне пробраться туда дальше? Так, ага, не получилось. Я уже свой прыжок истратил, блин, в этом уровне. Так, как же мне тут все по идеалочке? А, подожди, я понял. Смотрите, вот здесь вот, хоба. И просто пошли. Пошли... Нет, план провалился, друзья. Так. Ага. Опа. Красиво. Это просто. Ну, наверное, меня не убьет. Ага,
Ага. А, вот как. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Я уже открыл. Это хорошо. Это как эта игра. Была уже очень хайпленная игрушка-то. Когда надо было прыгать вниз-вверх, вниз-вверх. Полетка такая была, фигнюшка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Ах ты, блин! Да вы прикалываете, я же почти справился. Так. Ах ты, блин, слишком такую сильную, ой, большую скорость набираю, из-за этого я помираю. Да. Да. По инерции, короче, он дальше начинает двигаться. И даже если ты уже перевернулся, это тебе как бы не помогает особо. Он же не сразу резко, как вот в той игре, где там прыгал и все. О, блинский. Надо собраться, реально. Просто быстро нажимаешь. Ах ты, блин. Вот и я что-то как-то не особо. Блин, мне очень нравится эта игра, на самом деле, друзья. Просто офигенная. Не зря вы мне ее советовали, я почему-то про нее вообще не знал. Хотя, может быть, когда-то я в жизни играл. Она очень старая. Вот я не знаю, насколько. Фух, наконец-то смог. Ладно, в общем-то, друзья, мы с вами сейчас находимся на 27 уровне. Наверное, на сегодня закончим. Если я вырежу все мои моменты с тупизной, то, наверное, получится полноценный ролик. Может быть, чуть меньше полноценного ролика. Посмотрим, что получится. Вот, но тупил я немало, сразу говорю. Я в эту игру до этого не играл, либо не помню, как в нее вообще когда-то играл. Вот, и если я где-то тупил очень жестко, то уж простите, что-то я не сразу догадался. У всех по-разному голова работает, котелок варит, и как бы, в общем-то, кто-то быстрее, кто-то не быстрее. Вот такие вот дела. Но на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.